Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я заслуживаю только лучшего в жизни, и я привлекаю это к себе. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что вы обязательно добьетесь самого лучшего. Ну а теперь уникальное послание на 23 сентября. Усилие. Сегодня ангелы хотели бы, чтобы вы подумали о своих умениях, что именно вы умеете делать, какими талантами обладаете. Подумайте о том, развиваете ли вы свои навыки или держитесь на одной точке. Если однажды вы научились чему-то, но теперь предпочитаете довольствоваться малостью, знайте, что в конце концов вы можете быть разочарованы таким подходом. Ангелы призывают вас развивать свои умения, повышать уровень знаний и никогда не останавливаться в этом. Вселенная поддерживает стремление каждого к самосовершенствованию и будет помогать вам, если вы решитесь действовать дальше, а не прозябать годы на одном и том же месте. При этом важно, что вы сами думаете о своих возможностях. Верите ли вы в себя, как в то, что достойны большего? Верит ли в вас ваше окружение? В любом случае, это то, над чем стоит работать. Обеспечьте себе максимально комфортные условия для развития и прилагайте все усилия для улучшения своих талантов. И в течение сегодня обязательно повторяем такие слова. Я окружен или окружена любовью, благополучием и поддержкой. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни обязательно будет все самое лучшее.